Инцидент между водителем автомобиля Hyundai Solaris и водителем автобуса МАЗ, следовавшего по 16-му маршруту, произошел на Донской из-за поврежденного зеркала заднего вида легковушки. После того, как в конфликт вмешались пассажиры автобуса, водитель иномарки покинул место происшествия. Сотрудники полиции установили личность водителя иномарки. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина был доставлен инспектором ДПС в отдел полиции для отдачи объяснений. Сейчас в управлении внутренних дел по данному факту проводится проверка.